спортивной борьбе Дарья Лукьянчикова больше 9 лет. За это время спортсменка повидала множество побед и поражений. Сейчас Дарья опытный борец, первый номер сборной страны, а также мастер спорта. Долгожданное удостоверение разрядника вручал глава региона на Совете по развитию физической культуры и спорта. Для меня это очень много значит. И я понимаю, что сейчас сложная политическая ситуация, но я надеюсь, что все будет хорошо, и я буду двигаться дальше. Есть дальше степени: мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта России. Есть к чему стремиться. Координационный совет проводится ежегодно. На повестке дня итоги 2022 года, популяризация физической культуры в районах Курской области, а также развитие адаптивного спорта в регионе. Также мы выносим на повестку вопросы создания спортивных площадок, так как это не требует больших средств, а как раз-таки благодаря созданию спортивной инфраструктуры, малобюджетных, также популяризируется и увеличивается количество занимающихся. Здесь, конечно, в том числе и без личного примера, не обходится, потому что агитировать за спорт, когда сам не спортивный, то очень сложно будет на свою сторону привлечь, особенно молодежь. Люди прекрасно это чувствуют, и здесь подмены никакой быть не должно. В 2023 и 2024 годах продолжится ремонт и обновление спортивных площадок и фоков, а также планируется вовлечь все больше курян в подвижный образ жизни. Егор Горожанкин, Сергей Дорохов. События дня.